Так вот, молочко, это, ну, как можно так сказать, дневной крем, скажем так, да? А, да? Да. То есть более легкая более текстура. Более легкая текстура. Но есть такая ситуация, когда есть потребность для кожи, да, вы чувствуете, то можно нанести сначала молочко, а сверху нанести крем. Угу. То есть я вот опять-таки говорю, да, то есть вот вроде бы небольшой набор продуктов, но столько вариантов. Такой конструктор. Конструктор. Остановиться на лосьоне, остановиться да. там на сыворотке, или ее там исключить ее из ухода, остановиться на молочке, или если вам нужна более легкая консистенция, когда хотя у кремов, ну, они совершенно воздушные, мы сейчас посмотрим. И, ну, уж сегодня мы сделаем по максимуму, да? Да? Угу. Ась, вот. Слушай, я еще хотела уточнить. Вот такая горошина, ее тоже хватит. Серьезно? И лицо, и шея. Так этой бутылки хватит на год. На очень долго. Экономичный расход. Ну вообще да, потому что если говорить о том, что вот пальчиками вот такую горошинку по всему лицу или не декольте, это очень круто.